Решение отправить группировку в Красноярский край было принято в связи со сложной лесопожарной обстановкой в северных районах региона. Подразделение оснащено техникой для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Оборудование и снаряжение специалистов позволяет спасателям работать длительное время в автономном режиме. В составе 50 человек личного состава, 7 единиц техники, убывает для оказания помощи в защите населенных пунктов от тушения лесных пожаров. Кстати, на помощь краевым пожарным также выдвинулись специалисты МЧС России из Кемеровской области. Другие регионы Сибири приведены в полную готовность и смогут присоединиться к защите населенных пунктов в случае необходимости. Напомним, в соседнем регионе введен режим ЧС. Ранее он действовал только на части территории в Богучанском, Кижемском и Ивенкийском районах. Огонь продолжает также бушевать и в Иркутской области.